bərəkəti və rəhməti üzərinizə olsun. Hamımızın üzərinə olsun. Allah bizi, bizim dünyamızı bütün türlü bəlalardan qorusun. Allah müsəlmanların və insanların bərəkətini daha ziyadə etsin. Mənim məruzəm Ömər İbn Hattab'ın reformları üzerinde olacaktır. Önceden bir şey, bir replik ile katılmak isterim. Yani хочу сказать, что почему развивает Америка и другие? Потому что они не ищут свою предки, свою прошлую, какой-то исторический лабиринт. Поэтому мы кто, нам ясно, что мы кто, и нам ясно, мы что будем сделать. Поэтому Аллах и Его посланник нам показал самый правильный дорог. Еще 1400 лет назад Хазрат Умар ибн Хаттаб о науке разговаривал и сделал все реформы на основании науки. Умар ибн Хаттаб вначале был ярым противником ислама и мусульман, но со временем пересмотрел взгляд на ислам под влиянием своей сестры, которая дала ему прочесть Коран и изъявил желание встретиться с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. После этого события Умар стал одним из ближайших сподвижников пророка. После смерти Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, стал вопрос наследования. На место главы общины верующих претендовали 4 верных мусульманина: Абу-Бакр ас-Сиддик, Умар ибн Ал-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Абу-Талиб. Уже тогда Умар поступил как умный и дальновидный человек, предотвратив возможность внутренних раздоров. Он схватил и пожал руку Абу-Бакру, что означало признание его в качестве руководителя. Вслед за Умаром и остальные пожали руку реформу халифу. Наследником по завещанию Абу-Бакра стал Умар. Став его главой мусульманской общины, он начинает завоевательные походы на Сирию, Египет, Ирак и Персию. При нем произошло значительное расширение государственных территорий и вместе с тем распространение ислама на покоренных мусульманам землях. Правителем завоеванного города становился мусульманин, но персидские и византийские обычаи, устои на местный язык сохранялись. Апогеем его направления стала знаменительная победа над Персидской империей. При Умаре успешно продолжались походы. В 633 год была Южная Палестина, затем Хира. В сентябре 635 год после 6-месячной осады капитулировал Дамаск, а через год после поражения византийцев при Ярмук Сирии пришла в руку мусульман. Завоевание Сирии стало возможным благодаря тому, что Византия, истощенная войной с Ираном, уже не могла содержать достаточное пограничные войска. Ситуация в Иране была похожей, страна была ослаблена политической и религиозной нетерпимостью старой династии сасанидов, набегами тюрков и хазар, и также войной с Византией. 636-637 годах произошло величайшее в истории арабов сражение при К
Кадиси, мусульманские отряды одержали победу над персидским войском. За время правления Умара изменился характер мусульманского государства. В результате завоевания и разумного управления она превратилась в многонациональную империю, в составе которой выходцы из Аравии составляли лишь четверть. И поскольку присоединения провинций находились на более высоком уровне социального и экономического развития, чем политический центр халифата Хиджаз, мусульманская аристократия стала переселяться на завоеванные земли. Многие из соратников Умара предлагали разделить землю новых провинций между войнами, но он отказался это сделать, сославшись на то, что земля принадлежит и тем, кто придет после нас. Он вывел в уплату жалования и продуктового пайка всем воинам. При нем стали формироваться земельные кадастры, которые в урне времени, так как последний был известный свой промененную и напростую. Спустя 2 года после завоевания Верхней Месопотамии, которое было осуществлено из Сирии, арабы вторглись в Персию и одержали победу при Нехавенде. В 639 год арабское войско под командованием арабского военачальника Амра ибн Ал-Аса перешли египетскую границу. Момент был выбран подходящую страну, раздрила религиозная борьба, наследная ненавидела византийских правителей. Ибн Ал-Ас дошел до стен Вавилона. 642 год, в руку мусульман пришла Александрия, ключевой пункт Византии в Египте. Правда, спустя 4 года византийцы попытались отвоевать ее, но арабы удержали город. Сожжение Александрийской библиотеки, якобы осуществленное тогда же по приказу халифа Умара, скорее всего, легенда. При Умаре была создана налоговая система, действовавшая во всем государстве. Система, которая сейчас самым развитым государством, это реформа, налоговая реформа, взяли от Умара. И еще хочу вам сообщить, это пенсию, которую дает сейчас все, по всему миру. Первый раз пенсию Умар дал своему гражданину еврею. Один еврей, старый еврей, пришел к халифату, заявили, что он не может работать, у него нету никого. Умар Аль-Хаттаб, Бейтул-Мала, дал ему пенсию, которую сейчас все мир говорит свою реформу, свою развитие. Так специально оговаривалось наказание за осмеивание пророка и его веры и оскорбление исламского символа. Запрещалось домогательство в отношении мусульманской женщины, покушаться на жизнь и имущество мусульман, укрыва врагов ислама и так далее. Умар ибн Аль-Хаттаб был советником до этого, когда был пророк, посланник Аллаха, пророка Мухаммеда, во многих делах его, что подтверждало ему мудрость и праведность. Когда посланник Аллаха умер стойкой и сильной ранее умер, был сражен горем. В день, когда решался вопрос посланника Аллаха, Умар, я это сказал Абу Бакра, потом это еще хочу некоторые реформы.
В современный мир продают продукты питания, которые вредят здоровью граждан, травят землю вредными сбросами или не используют по назначению. Строят дома для народа, которые разваливаются еще до окончания строительства. Везде казнократство, безумные цены, отвратительные работающие чиновники, то полезно воспоминать правление Умара ибн Аль-Хаттаба. Это при его правлении и его халифате стал известен первый исторический факт разработки и внедрения социально-политической инфраструктуры. Оказывается, именно в исламе мы имеем первый случай, когда был основан общественный фонд, и Умар для правления им назначил официальных лиц. Средства из него выделялись детям, нуждающимся людям, вдовам, сиротам, на образование, на медицину, для содержания заключенных. Дальше. Также в армии солдатам было назначено жалование. Это и есть то, что называется социальной политикой. И это есть первый случай внедрения социальных гарантий в истории развития человечества. Ибо ранее при иудеях и христианах была только благотворительность для нуждающихся, но не существовало официального социального института государства. Умар ибн Аль-Хаттаб, который жил свое время, он правил своим народом всего через 2 года после создания халифата. Практически сразу после возникновения и принятия ислама сделал следующее. Назначил специальных подконтрольных ему людей, проверяющих качество продуктов, контролирующих торговую начинку и не разрешающих ее перевешание. Создал общественные земли и в случае недолжного использования частной земли конфисковал ее и общественное пользование, создал несколько видов владения землей и все это для развития справедливости по факту умения возделивания земли, ее эффективности и окружаемости. Вывел в уплату жалования и продуктового пайка. Постоянно ратовал за улучшение вооружения, защиты и военного мастерства для всех воинов своей армии. Учредил бесперебойно работающую почту в своем халифате и не терпел бездарных и жуликоватых чиновников. Ратовал за выведение пенсии потерявших трудоспособность, вывел одиноким матерям жилищную помощь, пособия и пайка для воспитания детей. Запретил владельцам частной земли мешать прокладке по их землям каналов для орошения земель соседей. Вывел практику добровольных общественных работ на общественные нужды и мусульмане его халифата. Восстановили древний высохший канал от Нила до Красного моря меньше чем за год добровольным общественным усилием. Немедленно смешал с должностью с конфискацией имущества в общественную казну у наместников областей при выявлении их стяжательства, независимо от их заслуг. Поступил так с двоюродным братом своей матери, величайшим полководцем Халидом ибн Валидом. Причем
Дважды после первой репрессии Халид опять служил в армии, совершил опять несколько великих побед и вновь был смещен с конфискации при сигнале о его роскоши и мздоимстве. Умар ибн Хаддаб часто ходил в старой простой одежде и дошел до такого вида своей нищеты, управляя халифатом в период его рассвета, жертвуя бедным свое состояние, там, что ему назначили содержание, которое он потребовал ограничить стандартным для неумеющих мусульман. Однажды, увидев в общественном стаде необычного крупного верблюда и выяснив, что это верблюд его сына, пришел в негодование, приказал продать верблюда и все, что было выручено за лишение телеграммы от обычного верблюда, заставил сына стать в общественную казну. И это в период, когда халифат разбил четыре самые крупные империи того времени, римскую, персидскую, египетскую и йеменскую, овладел крупными городами, и в общественную казну халифата стекались огромные богатства этих империй. Вот, мухтарам мусульманлар, однажды говорят, в исламе такую террористическую. В исламе слово ислам и террор — это антагонизм. Это вообще место бирге сөкілмесі мүмкін олмаған іші. Бұл Өмер радиаллаху ан, один еврей, жил в Сирию, строил там вали, и это был тогда там ибн Амр ибн Ваккас был, наверное. Он строил мечеть, часть земель это была еврею, одного еврея. А ему сколько денег дали, он не дал свой землю. Не даю, не вы говорите вот так нельзя, я не даю. Он так с горями ходит, и один это хазрат видит его и спрашивает, что с тобой? Говорит, такой. Иди, говорит, в Медину, тогда сидел это халифат Медины, заяви эту случай Умару ибн аль-Хаттабу. Он пошел в Медину, зашел, это искал это сарая, зашел Умару, посмотрел, у него сарай не как это в Сирии, в Шаме, очень простой, и Умара видел, он одежда его очень простая, такая, принял еврея. Спросил, что он говорил, все, ревоят, как было, так было. Он говорит, один бумагу дает этому еврею. Один бумагу дает, вот еврей вернулся и пришел Амр ибн Ваккасу, дал эту бумажку. Одна строчка. Когда ибн Амр Ваккас читал эту строчку, пожалел, он чуть не умер. Еврей смотрит, что там написано, говорит, вот такой стоит. Говорит, там написано, что моя справедливость не менее Анушировану. Слушай, говорит, я сейчас все расскажу, как это было. Когда до ислама мы были это торговли карвана, мы ездили это Сасанидов, это Иран, в настоящее время Иран. Там нас ограбили, всех наших верблюдов, все наши товары взяли. Мы остались в таком бедном состоянии. Где мы остались, это старый нам сказал, идите Анширавану. Мы зашли Анширавану. Их язык не знаем, у нас был переводчик, что ему сказали, что не сказали, я не знаю. Мы перешли, нам ничего не сказали. Наше жалование не устроили.
Мы ночью, вечером вернулись домой, это старец спросил хозяин, что случилось? Говорит, такой, ничего подобного. Ладно, говорит, завтра я с вами пойду, эту Анширавану. Завтра он пошел, все, которое было, объяснил это Анширавану. Аншираван так присел на свое место и сказал, завтра все. До завтра они получили свою верблюду, свои товары, все, что было. И Аншираван сказал, завтра уходите из города с утра. Ну, прошу, один с этой дверей, а другой с той дверей уходите. Мы так и сделали, говорит. Говорит, когда мы вышли рано утром, одного повесили на этой дереве города, а другой на той. Потом ясно было, что это был его сын, это Анширавана, который возглавлял бандитов. Это был переводчик. Он тоже к нему идет, он переводит, как себе ладно, как себе. Вот говорит Умар, что сказал мне. Умар сказал, моя справедливость не менее Анширавана. Он не жалеет несправедливость. Он меня повесит, говорит. После того, знаете, что случилось? По логике, что случилось, Альгат Марин? Евреи приняли ислам. Евреи приняли ислам. Вот ислам это. Мы сторону ислама себе так надо показать, что остальные тоже приняли ислам. Не так показать, что все ушли из ислама. Благодарю за внимание. Спасибо. Бинзур Рахмат.